Дальше. Нет. Показать. Либо делать в широте, либо в самом широте не уходит столько сколько. Близко не делать. Отсюда вращение. Рука находится в таком горизонтальном положении. Вытягивание. Финалит. Тайтен. Выводим руку сюда, до кимоно вверх. Сейчас одна форма. Такой же. Мы пропускали руку вот сюда, сейчас просто рука идет ниже. Из этой же позиции тут сильно не отличается. Просто сюда делаем ДНК. Когда вы входите и начинаете уходить под входы, начинаете уходить сюда, вы отпускаете эту руку. Вы ее забываете, а потом начинаете ее подтягивать. Она у центра. Все. Все. Она постоянно у центра. Не отпускайте ее. На моменте разворота вы просто начинаете думать о ногах, а про руку забываете. И в повороте она у вас, а потом вы ее подтягиваете. Этого не должно быть. Вы вышли, вошли, и вот когда вы начинаете накручиваться, ваша рука приходит сюда. И ура. Ну то же самое, как у декима нога по аналогии. Смотрите, внимание, вот эту руку, ну, важно. В принципе, так рука. Ну, должны контролировать то, что происходит. Свое тело нам надо контролировать. Ладошкой вверх. Здесь захват, видите, как и кё. Нам надо не кё. Один способ. Давайте сейчас вот этот способ классический. Мы ставим его отпустить, перехватываем на не кё, чтобы не потерять контроль над плечом. Опускаемся. Не спешите. Вот вышли.
вышли. Also.